В Ульяновской области завершается уборка технических культур, овощей и картофеля. Последние дни работы на полях и на предприятии Ульяновского района. Сейчас здесь идет уборка картофеля высокоурожайного сорта. На этой агроферме впервые высадили клубненосное растение в дополнение к зерновым культурам. Как отмечают специалисты, урожайность в этом году выдалась хорошая. Посажено было 60 гектар. Урожайность идет примерно 40 тонн с гектара. Это хорошая урожайность. Погодные условия в этом году хорошие были, дожди были. Плюс еще поливальную установку мы включали. На следующий год будем расширяться, будем добавлять еще площадя, будем развивать картофельное направление. Уже состоялся запуск фасовочной линии. Сейчас урожай закладывают на хранение. Всего в Ульяновской области в сельхозпредприятиях и КФХ картофель засеян на площади более 1000 гектаров. Уже убрали половину всего урожая, а это более 8000 тонн.